Год в Нерюнгринском районе начался со спортивных состязаний. Здесь 2018 объявлен годом здорового образа жизни. Очередным мероприятием стала традиционная универсиада среди студентов среднего и высшего образования региона. Большой праздник спорта, организованный для развития физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, совершенствование ее форм, повышение спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни, принял студентов Алданского медицинского и политехнического колледжей, Нерюнгринского медицинского и Южно-Якутского технологического колледжа. Спорт у нас продолжает процветать и в республике в целом, и в России, поэтому мы очень рады этим соревнованиям, то, что они проходят. Рады то, что ребята с полной ответственностью и пониманием подходят к этому вопросу. В Нерюнгри состоялись встречи по шашкам, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту и волейболу. Студенты показали хороший уровень подготовки, получив личные и командные спортивные достижения. Будем тренироваться, учиться на своих ошибках. И, может, в будущем мы займем первые места. Впечатлений очень много осталось. Еще хочется, чтобы такие мероприятия еще проводились и проводились много раз. Охота в Якутск была съездить, но ничего. Мы будем за языка болеть, за Нерюнгринский район наш. В следующий раз будем ждать их. У нас будет в Алдане. В Алдане, да, через 2 года будем ждать. Да. В общекомандном зачете соревнований победителями стали студенты Южно-Якутского технологического колледжа, которые продолжат участие во втором этапе универсиады, который состоится в апреле в Якутске. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.